первых дней реализации проекта «Брест-2019» наша телекомпания активно следит за ходом работы. Совещания, встречи, круглые столы, участниками которых становились эксперты 9 стран мира. Для реализации проекта был создан местный благотворительный фонд развития Брестской крепости. Офис управления проектом находится в городе над Бугом. На сегодняшний день вопросы инвентаризации и связанные с ней документации уже практически решены. Проект переходит на новый этап. Это прикладные исторические исследования, сбор архивной информации, обнаружение этой архивной информации. Дело в том, что наследие Брестской крепости имеет очень хороший архивный фонд. В первую очередь это, конечно, архивы Российской Федерации, Российский государственный военно-исторический архив и фонды и архивы Музея артиллерии, инженерных войск и средств связи города Петербурга. Работы над новым этапом ведутся не менее интенсивно. Сотни томов архивных дел, десятки встреч с историками дают свои плоды. Большое количество фотодокументов и записей, на которых изображены элементы и структурные части архитектуры крепости, удалось восстановить. Однако многое еще впереди. Сейчас мы достаточно плотно работаем с поиском тех альбомов и отдельных фотоснимков, которые были сделаны в крепости с конца 19 века по года Первой мировой войны. Разработчикам проекта предстоит создать в крепости, согласно замыслу, три условных блока – исторический, культурный, экологический. О том, как будет реализовываться инициатива, ученые пока не говорят. Это станет известно после подведения итогов уже проведенных исследований. Однако ясно одно – проект подарит мемориалу второе дыхание.